едем в парк поесть, посмотреть вокруг и отдохнуть. Отдохнуть от чего? От отдыха. Уже к 5 часам 4:20. Некоторые парки, написано в Google, было, что уже закрыты. То есть, ну, шлагбаум закрывает и не разрешают здесь оставаться. Проезжает дядя в конце. Перед закрытием собирает мусорные контейнеры. И заодно смотрит, что в парках не оставались люди. Может, кто-то и пролазит как-то? Местные жители вот с собачками. We're a little on his bicycle. Yeah, listen. Oh, mama. Listen. Смотри, сколько он на велосипеде привез. Так это с homeless, right? Is he homeless? Говорит, смотри, сколько он на велосипеде еды привез. Этот. Не то тебя бездомный, не то тебя попрошайка разложил на столе. Еду. Эти местные с собачечками. Красивые деревья. We have been here, here, huh? No, but... Yes, we picked chicken. Yeah. Real chicken. Uh-huh. Nice. Вот эти вампировские деревья красивые. Да? У нас сегодня декабрь, 2 декабря. Погода 26 градусов была. Table there. Yeah, 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 yeah. Nice on the water. How you found this park? You remember? Плюс 26 у нас. Вот, вот там столы для еды. И там вода. Сейчас мы туда пойдем. Приперлись. Так, постелили полотенце на стол. Здесь такие лавочки. Слушайте, такая большая птица, ну это журавль. Сейчас пролетел. И сел он где-то здесь. Да, он хочет еду. Ну, то есть он, конечно, хочет рыбку, которой у нас нет. Где ж он сел? Такой большой размах крыльев, такой большой. Классный. И рыба здесь Ой, вот там вот плещутся утки. И рыба здесь плескалась. Но вот когда включишь камеру, все прекращают плескаться, летать. Ну, а здесь такие коряги. Хазбен говорит, здесь муравьев на столе было много. Ну, конечно, если люди жатву сюда приносят или жарят, здесь, конечно, будет много муравьев и всякой пакости. Ну. Вот он шевелится где-то там, это большая птица. Ну ладно, потом покажу. Well, don't scare her. Смотрите, пришла. Да ты моя такая красивая. Ну летела с такими большими крыльями. Пришла. Вон у Ханьки этот. Мы взяли этот, ну такое печенье старое там такое, покормить птиц. Ну вот мы ее сейчас, если она только будет есть. She wanna fish, maybe, honey. Я ее называю. Но... Ты моя красавица такая. Yeah, okay, okay. She's waiting when you because you open back. Ай, красота какая. Да ты такая халюся. Замерла. Он открывал этот. Он открывал пакет. Мы взяли тут этот самый хлеб и эти. Старый хлеб, старое печенье, старые куки. Сейчас я ей дам. Смотрите, аллигатор. Люди, видите, вот там плывет. Ханька сказал, быстро уходим отсюда. Honey, it's small. Honey, аллигатор. Сейчас выскочит собака. Так вот, no, don't do that breakdown. Honey, it will be out now. Don't feed him. Боже мой, кошмар. Смотрите, аллигатор. Listen, what we have to do? Go away. Let's go away from the. I'm afraid. Мама. Пошли нафиг отсюда. Мама родная, он сейчас выскочит на это. Хоть маленький, большой, ну нафиг. Honey, let's go. Пошел ты нафиг. Ты представляешь, мы начали. Ханька, ой, мама моя, let's go. Jesus Christ. Господи.
Ой, мама. Так. Ну, не знаю, я сбежали мы. Ну, его нафиг. Даже если маленький. If it is, it's small, not so big. People stay there. It's still fast. People looking for you, see. You took everything. Let's get to one further. No. I'm afraid, honey. Where is further? Over there. Over there. On the right? Говорит, поехали, давай уйдем дальше. Вы не представляете, какая у них скорость бешеная на суше. Он выскочит. Ой, господи. Let's not go over here, he can get out of the water. Он выскочит с собакой и будет это. Он, he came because I start to feed the bird, right? Я говорю, он приперлился, потому что я начала кормить птицу. Ой, не, ну спокойствия не будет. Honey, it will be a smell of chicken. У нас курица горячая. И это на запах курицы, это другое уже место. Coming? See him. No. You don't see, come here. No. Wait. Come here. Right there, he's got to Собака, coming. No, yeah, but it stays there, right? Does not move. Я говорю, он не шевелится там. Вот собака. I see. Вот собака. Вот Флорида чем плоха. Вот это вот люди, кто на воде живет, ну, дома, а тут же вообще везде вода. То эти заводи, озера, реки, каналы. И вот аллигаторы, да. Но он маленький. It's small, honey. Only good news, it is small. Хорошая новость, говорю, только потому что маленький. Барбекю, Ханька, бедный. Ой, господи. О, coming back, back. Oh, смотрите. Сейчас. Ханя, ну, take this from me. Ой, мамочка. Господи, я все схватила. Все эти самые. Ну, смотрите. Сейчас покажу. Плывет сюда собака. It's coming, honey. Плывет собака. О, плывет собака. Сейчас будет нас. А люди вот там дальше. Вот там вот. Дальше тоже. Вот зараза, он выскочит. Honey, it will not let us to eat. Let's go to not on the water. Not on the water. Yeah, over there, let's go. Вот сатана. У нас же был случай. Да это маленький. Слышите, это ж такой маленький. Кто-то сказал, зум не делай. Ну давайте не буду зум делать. А то, говорит, плохо видно. Слышите, это маленький детеныш. Honey, it's baby. I where is mom and dad? А? Я говорю, это ребенок. Где же папаша с мамашей? Yeah. Big, small, like this. Small, like this one. They come out here now. Yeah, over there. Дядька. Дядька с детьми. Этот сам. Он говорит, вот здесь 2-3, говорит, мы видели. So he said small like this one, right? Ханька говорит, он же жрет вот там. Это ж вот наше место следующее. Там был хлеб. Вот он. Не хлеб, а этот. Я бросала такие галеты. Птички бросала. И такое сухое печенице. Ой, Ханя, face out. You see his face? His face. Вон, а. It's face. А где он? Вам там видно его? А я навела... Ой, что-то вам там его не видно. Ну вот же он, вон. Поплыл. Honey, it was eating head like that. Did you see the head? Все, поплыл. Сейчас сюда приплывет. He is coming, honey. Я его называю он, как по-русски, крокодил. Собака. Ну, what we will do? Go from this. People walking over there. Смотрите, люди там вокают. А что, они ж не едят, сидят. А мы сейчас усядемся жрать и
на самом интересном месте. Ханька, you will eat here, right? Yeah, stand up and eat. А what about этот alligator? You can go play with him if you like. No, I'm afraid. Я, честно говоря, боюсь. Ну его нафиг. Он у меня есть видео. Alligators как-то еле в штаны наложили. Как-то так называется видео. Он дог. Они любят этих собак, между прочим. Страшное дело. Сжирать. Нападает. Ну, так у меня есть видео. Пришли вот так вот. А мы жарили. Это было сырое мясо. Подожди, что там была курица или что? Они запах чуют моментально. Как пошел вот так вот по озеру, ну не в этом месте, проверять каждого. Большой такой, здесь маленький, а там здоровый был. И... Oh, wow. Honey, wait. Am I eating with a fork or what? Yeah, forks in napkins. Я уже и есть перехотела. О, немножко занырнул. Ну, с это, жареная курица с этими, с овощами. Ну, слышите, I don't eat anymore. He said. Второй приплыл. Смотрите, вот там вот. Вот тут вот. Вот тут вот. Сейчас я увеличу. Видите рожицу? Видите? В центре рожица. Замерла. Видите глаза наружу? Этот даже еще и побольше. This is the biggest. О, third. Third coming, honey. Third over there. Come on, honey. Слушайте, три. Значит, раз, два. Правильно тот сказал. Мы, говорит, троих видим. Раз, два. И здесь стоит три. А эта птица стоит. Эта птица стоит вот там, вот третий. Смотрите, какая пакость здесь плавает. Чтоб я когда-нибудь приехала. О, я не камин. Камин, камин, хани, босс. Чтоб я когда-то приехала сюда. Ляньте, ляньте, ляньте на него. Ванька сказал, быстро собирайся, эта птица стоит. Все, пошла, он уже собрал и отсюда. Все, бежим опять. Ну, уже не бежим, как-то первый этот самый. Let's go. Гляньте, на Ханю стоит с висчами. С висчами, все. Пошли. В этом машине нашли коробки и туда положили. Ой, еду. Так, ну все. Все, в машине будем есть. We will eat in the car, right? Ужас какой. Не, мы, говорит, сейчас найдем там стол не около воды. Пошли, ну, к черту. Я и боюсь, я знаю, они маленьких собачек. Что, you will walk or drive? Ханя с женщиной разговаривал сейчас. Она там за нами лазила. Ну, то есть, около нас ходила. Он говорит, а вы видели аллигаторы? Она говорит, да, я, говорит, профессиональный фотограф, и идет с камерой как-то. Это увеличительно он назвал камера у нее. Они вот камера she has. Three long, вот. Три длинная какая-то там камера. Я, говорит, их снимаю. Профессиональный фотограф. Но она снимает профессионально. А мы едим. Фух. Так, раскладываемся. Вода питьевая. Павильон такой. Why you laugh, honey? И она ржет. Я как идиотка бежала и сумку вывалила, то есть наружу, думаю, кошелек сейчас выпадет, потом найди его, пойди в траве. Правда, какая тут трава, но все равно. Три аллигатора увидели, поняли? Вот собаки, барбекю места здесь жарят барбекю, стол разделочный. Что тут еще Хани припер? Это все, мусорка. Недолго нам осталось, тут полчаса до закрытия парка. Это ремениц вихав, right? Все, сюда-то не приплужится. Ой, ну, разложились. Хотели так красиво все это. Так это фасоль я покупала, очень вкусная. Такая в большой банке продается в этих национальных магазинах. И потом ее раскладывают. Дорогая, там такая вот железная банка. Ну, как большая банка. Ну, половинка вот этого контейнера. Я. Ну, squirrel, он эту белку пошел кормить. Белок я не боюсь, он ест. Ну... А это салат из овощей, из банки майонез, перец, соли, все такое. Я обычно такое не готовлю, но что нашла дома по-быстрому. Это, ну, eat, honey, don't ask me, это картошка. Там были эти специи такие темные, коричневые.
И получилась картошка и курица коричневая. Так, ну вот. Дуда. Дуда. Все. Или пережарила. Не, она, я еще начала жарить. Она, то есть, когда ее замариновала, она была такая коричневая курица. Стала. Ничего, ладно. Вот, в духовке. Так. Ну, в общем, не получилось такого наслаждения. А еще не получилось, потому что мы забыли спиртное. То есть, хотя бы пиво для меня. Для настроения. Ну, нам, honey, we forgot beer for good mood, but we had good mood from alligators, right? Я говорю, для настроения хотели пиво. Ой, she's eating your... А, да. Для настроения пиво, говорю, забыли. Но у нас настроение хорошее после аллигатора. Ну, и лапками держит, кушает. Хани дал ей этот самый такой крекер. Старые крекеры, вот эти чипс-крекеры. Это печенюшки, которые такие несладкие. И старые, там, булка. Взяли в пакете, начали кормить птицу. А он, они, аллигаторы приперлись. Все, приятного аппетита. Лиса, она мне схватила эту самую, схватила печенюшку, попёрла, закопала главное. Одна белка на дерево утащила. А это, значит, закопала одну, пришла за другой, взяла другую и другую давай закапывать. И мы сейчас засмеялись громко, она раз остановилась закапывать и пошла другое место искать. Интересно, как они закопанные потом уже их отыскивают. Прямо копает, как собака, знаете, закапывает вообще. Вот это да. Первый раз вижу, чтобы белка закапывала еду. Вот там, вот здесь у нас 4 вокруг нас. Вот тот вот украл печенюшку, на дерево побежал. Там еще понятно, да? А эта ела-ела, бедная, ела-ела. Сходила в туалет. Я говорю, хазбанд, это тебе этот подарок. Пришла опять. Хани, каминг. Пришла опять, ага. А это были русские галеты. А ну дайте я покажу. Ханя, ну give me, I will show Халет. Пакет. А ну, давай. Ха-ха-ха. Опа! Так, давай, закапывай. Закапывай. На, she will hide. Ага. Хайдинг, да. Мы много. Она копала. Мы громко засмеялись, она остановилась, раз ушла от нас. Ой. Вон еще одна, может, та уже закапывает. Так, русские галеты. Хлебцы написано, да? Ну, знаете, хлебцы. Слышите, не знаю, кто их производил, хлебцы на русском. Что там? Источник пищевых волокон. Невкусные, девочки, невкусные. Значит, стоят они, сейчас я вам покажу, сколько они стоят. Вы умрете сейчас этого. $2.49 умножьте это. Доллар сейчас 190, 220, да, примерно получается. 220 рублей пачка. Вот они, эти галеты. Они его на байт. Они старые. Невкусные. Значит, я когда увидела слово хлебцы, да, думаю, боже мой, хлебцы. Помните, в этом магазине хлебном продавались в моем детстве. Такие вкусные, мы ими хрустели. Они были тоненькие, хрустели. Это что-то такое, но... Девочки, оно же все уже, эти плавленые сырки стали меньше, рисунок тот же, меньше стали размером, как это они прямо усохли, слышите? И автоматы же переделали под них, да? Вот оберточные эти, все переделали. Все для вас. Вот, но белки едят. А я сказала, что ты моя красавица, маковка худенькая такая. У них, видите, у нас белки рыжие в России, а у них вот это страшные серые, как крысы. И при том круглый год такие. Хоть бы они по цвету менялись, но сейчас декабрь у нас. 2 декабря сегодня, 23-й год. Так, ну, в общем, ладно, значит, мы курицу съели. Вкусная курица, хоть такая коричневая была. То есть и картошка коричневая, вкусная была. Но не тот был этот самый настроение после этих аллигаторов. Все, пошли, Ханька, да? Преступника всегда тянет на место преступления, так и нас к аллигаторам опять. А он говорит, смотри, он сейчас выскочит, еды нет, так на нас.
то хоть на еду бы вышка. Look at these stumps. Don't chip over. Yeah, I know. If you start running. I know. No, they left. No, there's one right here. Over there, it's crocodile, alligator. Yeah, crocodile. Смотрите, одни глаза у него. Одни глаза у него здесь. Смотрите, сейчас я увеличу. Hello. Ага. Но подождите, вот, 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 вот этот. There's some water on them. Они плеснул воду на него из бутылки. Слышите, вот не кормим, они... плывет. Ну, слушайте, как-то уже такой сильный страх прошел. Ну, маленький. Он говорит, они маленькие. Я говорю, так они втроем. А он говорит, а я буду их кик-аут. Ну, то есть, как это, отфутболю. А я говорю, так их трое. Ты же отфутболил. Боже мой, very, very tail. А, third behind, right? О, this bigger, this mom. Mm-hmm. Слушай, это рожа большая. This, we have not seen this. Мы не видели вот этого. А эти маленькие, два. Смотрите, два. Babies. Смотрите, два. Один и другой. Видите? Один и другой плывет. Вот он. Ой, боже мой. So, three, оно. It's same, right? Should we bring some chicken wings for them? Honey? Ой, боже мой. А, chicken bones, yeah. Chicken wings. Yeah. Мы, говорит, должны крылья куриные купить, их кормить. Да, Хани, ты что? Ты... Хани, be careful. Мам, we will attack you. Я говорю, осторожно, мамаша. А мамаша там вроде как... Гляньте на него. Гляньте на него. Ну, точно, он на них и похож, девочки. А вы говорите. Слышите... Ну, собака тоже укусит, мало не... Как собака, как у собаки пасть. А вот мамаша, которая или папаша, ну, скорее всего, мамаша, обычно детей папаши кидают, а мамаша как дура это, ну да. Ой, хани, it's coming, no, out. Ой, большое тело такое. Вот там вот поплыло. Поплыло. А эти, значит, замерли. Ну, не нападают. То ли малы, а мы большие, да? Но тот следит, вот этот вот, yeah. Член семьи. Поехали, Хани. Listen and smell from us, пошли. Говорят, у них очень чувствительные ноши, к черту, пошли отсюда, Хани, let's go. Слышите, у них очень чувствительные на запахи, особенно на сырое мясо, рыбу там вообще, то есть... У меня же вот это видео, я не договорила, что мы штаны наложили, наберите. Там что такое, аллигаторы в штаны? Мы же, значит, приехали с алкоголем, значит, и решили, что будем здесь полдня. И даже Ханька, значит, начал выпивать. Что там в этом, да я не помню, кто же там покрепче, что вино, что ли, что-то такое, не только пиво. И такие, значит, довольные. Это самое. Вот тут вот мы сидели, в этом, под этой крышей павильоне. Ну. Так это самое, так в том виде, значит, приехали, мы разложили курицу на решетке, или я не помню, как мы там ее уже на шампурах, не помню, как мы ее жарили. Короче, разложили, значит, та, которая уже начала, значит, жариться, та, которая еще не жарится. Значит, это самое, угли, все. И начали мы пить, значит, выпивать. Выпили, значит, ага, потом съели какую-то закуску, значит, а курица на подходе, и все это лежит в сыром виде на противне. Ага. Когда плывет от одной компании, вот так вот люди, что так сидят вокруг лейка, ну, этого озера, и вот он плывет, вот так вот у него, вот так плывет, а на одних вот так посмотрел, поплыл дальше, подплывает другим, посмотрел, поплыл дальше, и вот так. А люди там на качелях, слышу, дети кричат, ну, то есть, что мама, аллигейтор. Я думаю, что там они орут, когда смотрим, ну, он большой, не такие, как эти, даже не как вот здесь мама была, да? Очень большой. Там эту рожу было видно с конца озера на другую сторону озера. И так посмотрел на каждого. Ну, там дети на качелях, там люди что-то вот так вот гуляют. Там это самое, то есть никто не ел. Когда как поразвернулся он на нас, как прет вот так вот вперед. Боже мой, так мы, главное, во-первых, мы выпившие. И все так ржали, такое это. Во-вторых, это сырая курица. Как мы все забросали, все. Ну, то есть, ну... Сейчас оставишь, он выскочит на берег жрать, да? Ну, то есть, там же наша и посуда, и все.
И мы давай все забросали. Я помню, что у нас все было вместе. Там и сырая курица, и какие-то там хлеб, и все, все это вместе в одну кучу. И давай убегать. Короче, еле ноги унесли, честно. Мы там, ну, он был такой здоровый плыл вообще. И тот выскочит, мало не покажется. У меня есть видео про фармершу, да, помните, я вам рассказывала, что она, это, значит, летчица и держала ферму, ну, пилот. Ну, есть там где-то давно было, лет, наверное, 5 назад видео, ну, неважно. Короче говоря, там был случай, что эта женщина, мы видели ее с собачкой, эту женщину, потом, значит, мы приехали, уже соседка ее говорит, что нашла голову ее собачки сегодня утром, и как? Одну голову крокодил съел. Они на маленькие, а собачка такая, ну маленькая, как баллонка, небольшая. Они на собачек очень активные поймать. Ну, кошку он не поймает, наш скарабкается на дерево. Да вот здесь кошек и нет. В Америке как-то мало кошек. Ну, они дома у них у всех, даже у кого есть. Ну, а у собачки же у всех. И вот она съела. Крокодил съел. И та нашла уже на другом участке, на соседнем участке голову, да, соседка нашла. Она говорит, я даже не знала утром, как сказать соседке, потому что для нее собачка, это была пожилая женщина, бабушка, что она там ее любила, в задницу целовала эту собачку. Ну вот, нашлась утром голова. И я помню, что она это так рассказывала, говорит, вы представляете, в этом, а там такой, ну там как большой такой, больше этого лейк, такое озеро здоровое такое, и такая, ручей такой заходит к ней на территорию и разделяет их дома, ну их пропорти, эти дворы, разделяет этот ручей. И вот заплыл в этот ручей собака, и этот, и там такой ручей глубокий, вот он, ну то есть вот пригорки такие большие, что туда еще спустись попробуй. И подстерег эту собачку. И там, говорят, аллигатор бежит, когда выскакивают из воды атаковать вас, да, у него же тело, говорит, жирное, не очень гибкое, они вот так вот не могут согнуться, например, как кошка, да, может согнуться вот так. И, говорит, он бежит прямо, если ты от него убегаешь, ни в коем случае не бежи прямо, он тебя настигнет, очень быстро бегают. И они вообще так, говорит, бежи под 45 градусов сюда или туда. Тогда он пока развернется со своим толстым телом и побежит за тобой. Он потеряет какое-то время, и ты можешь убежать. Вот это здесь везде пишут и говорят, и это знают. Вот такая страсть, представляете? Вот, а собака, говорит, дурная. Они собачек страшно любят, очень часто сожирают. Собака же дурная, она бежит прямо. Ну, выбирает дорогу без препятствий, да, и бежит. Вот. А если бы там она забежала, бы за, ну, как человек умный, да, за угол дома или куда-то перпендикулярно в сторону, вот, то, может, и спаслась бы. Ну, в общем, вот такие я вам наказы даю по поводу аллигаторов, девочки, мальчики. Будут у вас аллигаторы встретиться в средней полосе России, например, так вы же будете знать, как от них спасаться. Ну, в общем, дело такое паршивое. А теперь у нас от аллигатора вот недавно, да, может, года два назад читали, что... Как она ее съела, эту бабу? Вот, опять же, с собачкой. Значит, собачка-приманка. Женщина на поводке с собачкой была. Крокодил выскочил, вот так вот по озеру гуляла, да? Крокодил выскочил из озера. Атаковал ее собачку. Она собачку отнимала. Вот она, говорит, на поводке, вот это ее дерга, начала это сам, начала отнимать собачку, начала ее тащить, и он перекинулся на нее. И кто-то даже видел, сказали, что если бы она, то есть собачку тот схватил, если бы она успокоилась, и это самое, он бы на нее не перекинул, он бросил собачку на нее. Загрыз, она умерла от потери крови где-то в больнице, уже не смогли спасти. Можете себе представить, тоже пожилая бабушка. Может, если мужик там сильный, может, как там он бы там был, вернулся. А что с бабушек возьмешь, да, девочки? Я про себя говорю. Ханька говорит, я бы их ногой бы пинал бы. Рассказал мне сейчас, как бы он поборолся, слышишь? Пинал бы он ногой. Их трое, а он один. А нога пинающая одна, между прочим. Не, у него вообще две ноги, но пинать-то одной сможешь. Не двумя ж. Я говорю, руками ты бы его пинал или что? У него там зубы такие, что он спорит сразу тебе... Вены на руках, кровью истечешь, как та бабушка. Отвратительно. Honey, I will have dream about crocodiles. Я говорю, мне приснится сегодня. Вот. Такие дела. Так, ну.
Ну ладно, сегодня у нас было 26 градусов жары днем. Сейчас, наверное, сейчас так парка как-то неприятно. Ну, может, градуса 23, но такая влажность какая-то паршивая такая. Ну, что вы хотите в декабре? Мойка для машин. Карвош. Мытье машин. А это тракторочки продают. А вам-то, наверное, ничего не видно, потому что уже 6 часов вечера. Вот. Ладно, господа, до свидания.